This conference will now be recorded. Да, уважаемые коллеги, я прошу прощения, немножечко я увлеклась. Значит, мы говорим сегодня о дипломной программе «Специалист по организационному, документационному и информационному обеспечению управления деятельности организации». Несколько слов обо мне, как о преподавателе. Я веду часть тех курсов, которые представлены в этой программе. Я специалист по документационному обеспечению деятельности организации, но, конечно, в сфере своей деятельности, в процессе своей деятельности я сталкивалась и имею, так сказать, дело и с организационными, и информационными аспектами этой деятельности. У меня очень большой и разнообразный опыт в этой сфере деятельности, опыт работы на руководящих позициях и диплом НИДАТ, который... НИДАТ – это Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. Организация, которая занимается именно документационным обеспечением, разработкой документов в сфере делопроизводства и архивной деятельности. То есть я специалист именно в этой сфере, но и во всех остальных сферах тоже мне приходилось работать, потому что это взаимосвязанные процессы. То есть обеспечение деятельности организации, особенно сейчас, конечно, связано с большим количеством и аспектов, и обязанностей, обязательств и так далее. Поэтому требует большого количества навыков, большого количества информации. И, конечно, мы не можем не говорить о том, что это все-таки деятельность обобщенная. То есть мы не просто являемся, скажем, профессионалами, да, получившими какое-то образование, имеющими какой-то диплом, да, то есть мы где-то обучились, мы имеем диплом соответствующей специализации. Если мы посвящаем себя этой деятельности, мы должны понимать, что мы должны иметь навыки, подготовку, информацию и так далее в разных сферах деятельности. Мы об этом поговорим. И, исходя из этого, в том числе, и построена данная дипломная программа. И мы будем сейчас о ней с вами говорить. Значит, как будет проходить наша сегодняшняя с вами встреча? Значит, для начала я расскажу о дипломной программе, о ее составе и специфике тех курсов, которые включены в нее. Дальше будет передано слово карьерному консультанту, который расскажет вам о специфике трудоустройства, рынке труда, относящейся именно к этой сфере деятельности, именно к этой профессии, какие сейчас есть особенности и так далее, какие есть перспективы. Дальше будет, так сказать, тот торжественный момент, который, конечно, вас наверняка всех интересует или заинтересует. Будет представлен промокод, который позволит вам получить достаточно серьезную скидку на эту программу, если вы захотите к ней присоединиться и ее пройти. И, конечно, я надеюсь, что у нас останется время на вопросы, если они у вас возникнут, и мы сможем, может быть, какие-то еще моменты обсудить, если они будут у вас появляться вопросы. Значит, итак, что же входит в эту программу? Да, здесь у нас с вами такая как бы прямая линия, да, ветка. Ну, как видите, в ней еще есть определенные пересадочки, да, если это представить себе как линию метро, да. Ну, про эти пересадки мы чуть позже с вами поговорим, конечно, потому что, как я уже сказала, это достаточно сложная деятельность. Сложная деятельность, которая предполагает наличие достаточно большого количества навыков. И мы сейчас говорим с вами о тех 10 курсах, которые входят непосредственно вот в эту программу. Но чуть позже у нас будет возможность с вами еще поговорить о том, куда можно еще поехать. Какие здесь есть пересадочки, какие мы можем еще навыки свои улучшить, расширить, так сказать, горизонты расширить и представить себя как наиболее квалифицированного специалиста, имеющего подготовку в определенных сферах и знающего, о чем идет речь. Здесь мы, конечно, коллеги, с вами не можем не говорить о том, что в основе этой программы лежит вот такой профессиональный стандарт. Не могу сказать, что он как бы охватывает все
представлены здесь курсы. О курсах мы сейчас чуть поподробнее поговорим, об этих 10 курсах, да, но он лежит в основе той деятельности, которая предстоит, которой предстоит заниматься тому человеку, который решит этот курс пройти и себя в этой сфере попробовать. Профессиональный стандарт, который называется «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией». Данные профстандарты, все их составляет Минтруд. И данный стандарт утвержден приказом Минтруда в 2020 году, является действующим сейчас. Их много еще, этих стандартов. Они регламентируют и другие направления деятельности, и в этой сфере, и в других сферах, но мы опираемся на этот, и он, в общем-то, подсказывает нам, в каком направлении двигаться, потому что достаточно подробно описывает и трудовые функции, и обязанности, и так далее, то, что и навыки, и умения, которые должен обладать человек, который будет заниматься этой работой. Значит, давайте посмотрим поподробней. Из чего состоит данный курс? Он состоит из 10, из данная, прошу прощения, курс, данная дипломная программа. Она состоит из 10 курсов. Общее количество часов в данной программе 184 часа. И, конечно, мы начнем здесь с базового курса, который нам обязательно необходим в этой сфере деятельности. Да? Мы говорим организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности. И представленные здесь курсы в той или иной степени, под тем или иным углом зрения. Да? Нельзя, конечно, говорить о всеохватности, потому что это очень большая деятельность. И опять же, я напомню о том, что мы еще поговорим о том, куда мы можем еще поехать и как развить вот эти свои навыки. Это достаточно большая сфера деятельности, но базовые вещи, основные моменты, то есть то, что наиболее важным является, мы, конечно, здесь все-таки рассматриваем. Курс составлен именно, программа, прошу прощения, составлена именно по этому принципу, дать наиболее полное представление, насколько это возможно, да, вот об этой сфере деятельности, и, конечно, человек может дальше двигаться уже в том направлении, которое, может быть, он захочет более подробно рассмотреть и чему-то уделить больше внимания. Конечно, базовым курсом является курс делопроизводства, 36-часовой курс, который посвящен именно всем вот этим вопросам. Ведь обеспечение деятельности организации, да, управление организацией, да, это процесс, который во многом связан и с документированием. Мы не можем не говорить здесь о документационном обеспечении, да? Мы не можем не говорить здесь о делопроизводстве, документационном обеспечении управления. И это то, мы не можем обойтись без документов. Конечно, все знают о том, что документы – это кровь организации, это ее, как говорится, и хлеб, и соль, и все то, что поддерживает ее. И сейчас, опять же, мы должны помнить о том, что сейчас в период цифровизации, в период цифровой трансформации, да, мы должны понимать, как работают и эти процессы, как работают эти потоки. Мы должны говорить не только о бумажных, но и не только и не столько, скажем, о бумажных, как и об электронных документах. И мы также должны говорить о том более широко, то есть этот вопрос рассматривается, скажем так, более широко уже сейчас по современным нормам и меркам, да, это не просто управление документами, да, это уже управление информацией, информационное обеспечение, это управление потоками, это управление данными, то есть это деятельность, которая охватывает и несколько смежных сфер. То есть, конечно, мы не можем об этом не говорить, и мы не можем не говорить здесь о все-таки электронных системах, да, и мы не можем не говорить здесь о системах электронного документооборота, которые обязательно должны быть в организации, ну, конечно, желательно, чтобы они не были, чтобы организация смогла это настраивать, включаясь, естественно, и включая эти свои системы в свои корпоративные информационные системы или базируясь на них, и как это создавать, мы тоже об этом говорим. Курс 16-часовой 1С документооборот, автоматизация учета документов. Это базовый курс, здесь есть еще несколько уровней этого курса, но это обучение уже, скажем, практическое, конкретное, да, то есть имеется возможность, да,
научиться работать в этой программе, научиться программировать определенные вещи, настраивать их, потому что, конечно, управление процессами, управление потоками, это управление информацией, это еще и такие глобальные вопросы, которые должны решаться комплексно. Поэтому мы здесь предлагаем и вот такой вот курс. Чем хорош он? Дело в том, что программа 1С, она достаточно хорошая программа, и она весьма востребована и весьма распространена. Поэтому здесь, зная буквально вот как работает эта программа, даже если вам придется столкнуться в будущем с какими-то другими программами подобными, аналогичными, то у вас будет определенное представление и подготовка для того, чтобы эти вопросы решить и, скажем так, не спасовать, не испугаться. Потому что навыки, которые необходимы здесь, они предлагаются и даются в полном объеме. Следующий курс у нас еще более, скажем, обширный, и он уже нацелен на именно вот такие процессы обеспечения. Да? Именно слово «обеспечение» здесь очень важно. Офис-менеджер и работник административно-хозяйственного подразделения. Курс 24-часовой. Да? И здесь именно обеспечение работы офиса. Обеспечение работы офиса и разные аспекты этой деятельности, в том числе и что касается договорной работы, что касается материальной ответственности, ценностей и материальных ценностей и учета наличных средств, то здесь именно такое, скажем, прикладное значение, утилитарное, потому что обязательно, да, мы все-таки работаем, да, в офисах, конечно, у нас есть дистанционные наверняка сотрудники, и это сейчас удаленные и так далее, но тем не менее все-таки офис необходимо обслуживать и необходимо и составлять определенные документы, отчетность и так далее. И вот этим навыкам данный курс тоже учит. То есть это вопросы именно обеспечения, в том числе организационного, который тоже очень важно в этой деятельности. Курс помощник руководителя как раз просто буквально на 100% отвечает вот этой нашей задаче, основной идее вот этой дипломной программы и, собственно, так сказать, является центром в некотором смысле профессионального стандарта, о котором я говорила. Помощник руководителя – это человек, который осуществляет все вот эти функции. И организационное, и документационное, и информационное обеспечение деятельности. Конечно, он нацелен на работу руководителя, но в определенных условиях он может брать на себя и обеспечение офиса. И это достаточно подробный курс, который связан с очень многими аспектами. Здесь мы затронем и организацию рабочего времени руководителя, и определенные моменты, связанные, конечно, дело производства, безусловно, то есть здесь никак без него нельзя, потому что документационное обеспечение деятельности руководителя – это одна из основных функций работы помощника. Но здесь, конечно, мы будем говорить с вами об организационных моментах, то есть организация тех же конферентных мероприятий, тех же совещаний и так далее. Здесь мы будем говорить с вами и о travel-сопровождении, и о деловой этике. И здесь, конечно, мы не можем не говорить о уже взаимоотношениях и атмосфере работы в коллективе и, собственно, существования, да, в служебных условиях, существования в условиях коллектива, да, и ведения, например, навыков переговоров, то есть это необходимо, то есть эффективные переговоры также здесь входит этот курс, и он необходим. Умение вести переговоры необходимо не только помощникам, но и любым другим сотрудникам. Сейчас очень много происходит, да, обсуждений, процессов принятия решений. Да, и вот эти моменты тоже очень важны. Как установить переговорные позиции, как определить стратегии, какие есть базовые переговорные техники, какие есть ситуационные моменты, какие есть сложности, как противостоять недружественным обращениям, как нивелировать какие-то процессы и так далее. Да? То есть это очень важный момент, который помогает достигать
результата. Мы, конечно же, все работаем на результат. Мы работаем не на процесс, мы работаем на то, чтобы достигать результата. А все инструменты, которые у нас для этого есть, они как раз для этого и предназначены, чтобы достигать результата. Поэтому это очень важный момент. Здесь мы не можем, опять же, не говорить про такой аспект, как управление конфликтами. Безусловно, все мы знаем, что в процессе деятельности нашей, да, мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, да, мы сталкиваемся с трудностями, мы сталкиваемся с трудными людьми, мы сталкиваемся с трудными задачами, мы сталкиваемся с трудными ситуациями, мы сталкиваемся с непониманием, какими-то еще проблемами, да, и так далее. И вот здесь очень важно уметь с этим справляться. Это очень важный навык. Уметь с этим справляться и не позволять отвлекать себя от основной задачи, не позволять сбивать, что называется, себя с толку. Поэтому какие есть конфликты, и конструктивные есть, и деструктивные есть конфликты, и какие есть стратегии поведения в конфликтах, и как противодействовать каким-то жестким техникам и давлению в разных ситуациях и так далее. Это очень важные навыки, которые помогают, что называется, потом держать удар. А это, в общем, необходимо для всех нас, кто занимается вот этой сферой деятельности, и для помощников, и делопроизводителей, и для офис-менеджеров, для любых, для всех, кто занимается вот этой деятельностью. Это нам необходимо, потому что ситуации бывают очень разные. Конечно, здесь мы также выделяем и такой курс, как «Русский без ошибок». Спросите, зачем он здесь нужен? Мы ведь вроде бы все русские люди, все, в общем-то, язык-то свой знаем и говорить умеем. Конечно, коллеги, умеем, но только есть определенная специфика в разговорном языке и языке делового общения, в письменном и устном, а это, так сказать, тоже есть определенная разница. И мы все-таки говорим не об языке интернета, да, не о языке общения в социальных сетях. Мы говорим здесь о языке официальном, потому что мы все-таки все вопросы здесь рассматриваем применительно к организации, к служебной ситуации. А это немножечко определенные вещи и определенные требования и задачи. Поэтому если где-то в интернете можно позволить себе и смайлики, и можно позволить себе какой-то разговорный язык и так далее, какие-то мемы и все остальное, да, то в официальной речи все-таки это, конечно, не приветствуется, но и, конечно, недопустимо в официальной речи, тем более в официальной переписке, в официальных документах, а мы все-таки говорим, опять же, да, и документационное обеспечение, допускать ошибки. Поэтому здесь мы уделяем этому внимание и говорим именно о типичных ошибках. То есть русский без ошибок – это типичные ошибки, которые чаще всего встречаются, досадные ошибки, потому что они очень бросаются в глаза. Они очень бросаются в глаза и сразу снижают уровень всех подготовленных материалов. То есть все это информация, мы говорим, да, об управлении информацией, мы говорим о управлении данными и так далее, они снижают ценность этой информации. А о качестве информации мы не можем не говорить, потому что от качества информации зависит качество принятых решений, основанных и базирующихся на этой информации. Поэтому если документ составлен небрежно, если он составлен с большим количеством ошибок, то принять на основании него, так сказать, взвешенное решение, не обращая на это внимания, достаточно тяжело. Поэтому мы говорим о том, что это должно быть обязательно грамотные, хорошо составленные. Ну, также, чтобы это было так, здесь еще есть и курс делопроизводства, о котором мы говорили, и навыки работы с официально деловым стилем, который является стилем именно вот такого делового общения, но именно отсутствие ошибок, грамотность или, так сказать, понятно, что она недоступна, может быть, всем вот в стопроцентной степени, да, мы говорим именно об алгоритмах здесь, то есть какие алгоритмы необходимы для того, чтобы запомнить основные моменты, то есть это тоже важно для того, чтобы составлять и качественные документы, и качественно изъясняться и так далее, то есть коммуницировать, опять же, да,
принимать решение, быть правильно понятым. И, конечно, мы здесь не можем не говорить все-таки о некоторых основных базовых технических, скажем так, технических курсах, которые дают те навыки, без которых, в общем-то, сейчас никак невозможно существовать вот в этой все-таки нашей информационной цифровой среде. Да? Курс, посвященный, это базовые курсы, курс Word и курс Excel – это уровни первые. У этих курсов есть и более высокие уровни, то есть мы можем их как бы продвигать и свои навыки развивать, но необходимость вот здесь вот самая первая, она решается именно этими курсами, как работать в текстовом редакторе Word, да, причем обучение ведется на последней версии Word 365/2021 и табличный редактор Excel, также обучение ведется на последней версии. Это вещи, которые просто необходимы. Без них абсолютно никак невозможно, собственно, существовать в современном офисе и каким-то образом свою деятельность осуществлять. И хочу обратить внимание на Microsoft Outlook, планирование деятельности, электронная почта. Это один из очень важных моментов, потому что мы здесь охватываем сразу несколько вопросов, да, и организационные моменты, и информационные моменты, и документационные, все здесь соединено, потому что мы и планируем свою деятельность, да, и деятельность, например, в случае помощников мы планируем здесь и деятельность руководителя своего, да, то есть работая вот в Microsoft Outlook, и здесь также, конечно, мы решаем вопросы текущие моменты, работы электронной почты, вопросы коммуникации и так далее, переговорные вопросы. То есть здесь мы решаем целый комплекс вопросов, который помогает нам вот эти все моменты учитывать и решать. То есть у нас вот таких 10 курсов, которые мы соединили, именно исходя из того, что они охватывают разные аспекты этой деятельности. Да, как я уже говорила, не стопроцентно исчерпывают те возможности, которые предоставляются, но, тем не менее, охватывают все те моменты, которые необходимы для того, чтобы базовые знания получить и начать, скажем так, ну, конечно, коллеги, вы понимаете, что основной опыт приходит во время работы, да, но когда мы приходим уже подготовленные, когда мы уже определенными вещами обладаем, и мы знаем их даже хотя бы теоретически, гораздо проще их уже применять на практике, чем начинать учиться, приходить с чистого листа. Сейчас так практически никто не делает, и такого не бывает. То есть уже, так сказать, работодатели уже хотят определенные навыки сотрудников, имеющих определенные навыки, но, конечно, какие-то вещи потом осваиваются в процессе работы, но желательно уже, чтобы были вот такие базовые вещи, которые можно потом развивать. Значит, что в результате получится, да? Знания, практические навыки вот в области, так сказать, в определенных, как мы уже говорили, так сказать, в разных аспектах вот этой деятельности, которые можно потом улучшать, углублять и так далее, развивать всячески, потому что на всеохватность мы, конечно, здесь претендовать не можем, потому что очень много разных аспектов и специфики. Документ, конечно, будет вам предоставлен об окончании удостоверения о повышении квалификации или свидетельство выпускника и карьерную консультацию нашего специалиста карьерно также можно будет получить. Какие формы обучения предлагает центр специалист? Значит, форма обучения очно, самая, скажем, очевидная форма, да, то есть это просто присутствие личное на занятиях. Есть форма очно-заочная, когда можно соединять и очное присутствие, и, так сказать, обучение по вебинару. Есть форма онлайн, то есть обучение по вебинару. Это удаленное обучение, но в режиме, скажем, реального времени, то есть ведется занятие, да, и можно подключиться к нему удаленно, преподаватель ведет занятие, и можно присутствовать и очно, можно и присутствовать удаленно. Есть форма свободного обучения, это форма, когда предоставляется возможность слушателю
доступ к записям реальных занятий, проведенных в реальных группах, но слушатель имеет возможность самостоятельно слушать эти записи и заниматься, скажем так, в своем режиме. Это достаточно удобно в том случае, если нет возможности подключаться вот в режиме реального времени и присутствовать где-то на занятиях либо очно, либо заочно, но в текущих группах. А если есть возможность вот удаленно обучаться, то эта форма вполне подходит. Открытое обучение – это присутствие на занятиях вместе с преподавателем. То есть преподаватель присутствует на занятиях, а слушатели находятся либо удаленно, либо очно и слушают каждый свой курс. То есть это тоже достаточно форма обобщенная и достаточно насыщенная, потому что очень много. Есть возможность, конечно, обращаться к преподавателю. Во всех этих формах, коллеги, есть возможность обращаться к преподавателю, в той или иной степени коммуницировать с ним, получать консультацию, получать ответы на свои вопросы и так далее. И есть еще форма обучения индивидуальная, в том случае, если, например, достаточно срочно требуется какая-то задача, пройти какое-то обучение, какой-то вопрос решить или нет возможности дожидаться, например, плановой группы, то в этом случае можно индивидуальное обучение пройти. Конечно, нельзя не сказать, что оно несколько дороже по стоимости, но это индивидуальное общение именно с преподавателем, то есть один на один практически. И здесь решаются все вопросы, которые возникают именно у конкретного слушателя, потому что в общей группе не всегда есть возможность такие моменты решить. Значит, как я уже говорила, вопрос, куда еще можно поехать? Вот наша схема, скажем, полная. Мы с вами говорили вот об этом, как бы, так сказать, магистральном направлении, да, 10 курсов, относящихся к данной дипломной программе. У нас есть еще пересадочные станции. Мы можем уделить внимание каким-то определенным аспектам, то есть более углубленно какие-то изучить моменты, более углубленно или именно им, например, уделить внимание или что-то дополнить свои знания здесь, как говорится, немножечко повысить, расширить и так далее. Да? Мы можем уделить внимание специалисту по электронному документообороту, пройти курс базовое дело производства и курс, о котором мы уже говорили, по 1С. Можем пройти курс по эффективному делопроизводству или дополнить, опять же, свою информацию вот здесь с базового курса делопроизводства, но без него здесь никак. Да? Можем пройти курс по делопроизводству уровень 2, посвященный электронному документообороту и системам электронного документооборота. Ну, то, о чем мы с вами уже говорили, да, и упоминалось, что все-таки мы в цифровую эпоху живем, и без этого нам никак нельзя. И здесь еще упомянут такой курс, как архивное дело, что тоже очень важно. И, опять же, с точки зрения цифровизации, сохранности документов и предоставления к ним доступа и так далее. То есть очень много аспектов деятельности, которые здесь рассматриваются. Да? Здесь мы можем говорить, если речь идет об Outlook, да, мы можем еще немножечко повысить, да, свой уровень, да, и поговорить еще о таком деле, как тайм-менеджмент. Это уже более обширный курс. Все-таки Outlook, Microsoft Outlook, посвящен именно этой программе. Курс же тайм-менеджмент предлагает вообще организация времени, управление временем, более обширный курс. И мы можем дополнить свою, так сказать, свои навыки, да, мы можем, что сейчас называется словом прокачать, да, можем еще пройти другие курсы. Как подать себя, то есть техника эффективной презентации. Не только подать себя, коллеги, то есть это, в принципе, в любом случае очень полезный навык, да, то есть как представить любую информацию, да, не только подать себя, скажем, в разрезе собеседования, да, когда мы приходим и вот должны каким-то образом себя представить в наилучшем виде, да, это, конечно, очень важный момент, но это в любом случае не бояться выступать, не бояться представить какую-то информацию, быть активным и так далее. То есть это очень важные навыки. Здесь есть также еще стресс-менеджмент. Помните, мы говорили, да, про управление конфликтами. Да, управление конфликтами. Но еще, да,
это более, скажем, такой уже продвинутый момент, да, то есть это как противостоять, да, как противостоять вот этим конфликтам, как противостоять стрессу и так далее. Да, руководитель структурного подразделения, тоже очень важный курс, потому что он уже дает возможность немножечко вот эти навыки как-то применить к конкретной ситуации. То есть мы здесь посмотрим на конкретное структурное подразделение, подумаем, что мы можем вот из того, что у нас уже есть, да, здесь использовать, и что нам не хватает для того, чтобы можно было претендовать на эту должность, чтобы можно было себя каким-то образом, опять же, в наилучшем виде, в наилучшем свете представить. Жесткие переговоры, мы говорили с вами про эффективные переговоры, здесь уже речь идет про жесткие переговоры, то есть это уже более, опять же, высокий следующий уровень, то есть уже определенные навыки, которые необходимы здесь для более высокого уровня, и курсы, как мы уже говорили, да, PowerPoint нам он тоже очень пригодится, потому что без презентации сейчас ничего не происходит, и это пригодится любым, в любом, на любой позиции, любому сотруднику, потому что в той или иной степени представлять вот такие данные материалы, опять же, представлять и себя, да, и не только себя, но и какие-то свои проекты и так далее, и уметь говорить, это хорошо, но уметь и составлять эту презентацию, ее озвучивать, это тоже очень важный навык. Microsoft Excel и Word, как я уже говорила, уровни 2, их еще больше, и здесь курс машинописи, но это курс, скажем так, такой подсобный, ну, просто потому, что сейчас все сами готовят свои документы, и никаких машинбюро, машинисток нету, кто мог бы вам в этом помочь. Вот такие у нас есть с вами варианты, коллеги. Значит, какие у нас есть преимущества этих курсов? Значит, здесь я хочу отметить обязательно домашние задания, тесты, практические задания, итоговые работы. В разных курсах, еще раз напомню, что их ведут не только я, но и другие преподаватели курса из этой линейки. В зависимости от курсов, разные здесь есть задания, тесты, практические, итоговые. То есть есть очень разные варианты. В зависимости, конечно, от курса, но без этого не обойдется ни один. То есть в любом случае это будет еще и практический навык, который можно будет поддержать обязательно с помощью преподавателя, с проверкой, с комментариями, с консультациями, с объяснениями и так далее. То есть это обязательно есть. Длительный доступ к видеозаписям занятий, то есть доступ дается на полгода к видеозаписям, а все, что выложено в личных кабинетах, то есть все материалы к курсам, которые предоставляются в процессе обучения, любой формы обучения, они предоставляются бессрочно, то есть доступ к ним не закрывается, он присутствует всегда. Опросы преподавателю, как я уже говорила, в любой форме, удобных форматах обучения, можно их задать и, в принципе, можно поддерживать связь с преподавателем и после того, как обучение закончено. Во всяком случае, лично я для своих слушателей на своих курсах это поддерживаю. То есть ко мне слушатели обращаются по служебной электронной почте и после того, как занятие закончено. То есть мы уже больше не обучаемся, но тем не менее, если есть вопросы, если есть проблемы, то всегда можно обратиться, я всегда помогу. Ну и расписание занятий также центр предлагает разные, которые можно предложить, и чтобы было удобно слушателям. Теперь я предоставляю, с вашего позволения, как я уже озвучила, это слово карьерному консультанту. Ее зовут Янина. Добрый вечер, уважаемые слушатели. И сейчас я передам ей права. Спасибо большое. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас я продемонстрирую. Сейчас я попробую. Угу. Да, сейчас, да. Так, получилось, Янина? Отлично, я думаю, смотрите, уже видно. Сейчас видно ли мою презентацию, слышно ли меня? Ну, мне во всяком случае, да. Отлично. Коллеги.
Плюсики вижу, большое спасибо всем. Итак, меня зовут Янина, я действительно менеджер по трудоустройству, карьерный консультант учебного центра, специалист. И вначале я бы хотела напомнить, что для всех участников нашего сегодняшнего дня открытых дверей действует промокод на скидку при покупке дипломной программы специалист по организационному, документационному, информационному обеспечению управления организацией. Мы его покажем в конце мероприятия, так что оставайтесь с нами. Итак, мой краткий план выступления я вам расскажу в течение ближайших 50 минут про программу поддержки трудоустройства нашего учебного центра. Предоставлю информацию о ситуации на рынке труда, статистику по уровню заработных плат, востребованных навыках. Итак, в нашем учебном центре, Бауманский учебный центр «Специалист», действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации для любого, кто купил курс самостоятельно, включающая всего помощь по включающий в себя помощь с подготовкой качественного резюме, подготовкой к собеседованию. При необходимости я оказываю психологическую поддержку при адаптации на новом рабочем месте. А мы также регулярно собираем вакансии, стажировки от наших партнеров, приглашаем их на наши онлайн-мероприятия. Также у нас есть бесплатный курс по поиску работы. Собственно, вот, если среди наших слушателей сейчас есть выпускники нашего центра, обучавшиеся за свой счет, вы можете сфотографировать QR-код слева, записаться на карьерную консультацию. Когда я закончу, я направлю все ссылочки в чат, чтобы было удобно, кому удобно именно по ссылочкам. Кроме того, если вы, ваши близкие, знакомые находятся сейчас в поиске работы, то абсолютно для всех желающих и бесплатно у нас есть прям полноценный 8-часовой курс по поиску работы. Как разработать резюме, как пройти собеседование, как писать сопроводительное письмо, прям с тренировкой собеседования в прямом эфире, в режиме реального времени. QR-код справа на слайдике. Итак, вернемся к теме нашего мероприятия, к ситуации на рынке труда. По данным портала HeadHunter, если искать по региону России, то мы видим сотни, тысячи там, самых разных вакансий по нашей теме. От руководителя административного отдела до делопроизводителя, офис-менеджера, секретаря или ассистента руководителя. Общая ситуация на рынке труда по данным того же портала HeadHunter за апрель 2023 года, на самом деле, по сравнению с мартом, уже значительно улучшилась и в Москве, и в России в целом. Прирост вакансий мы видим зелененький 8-10%, это дискретно за месяц апрель. А прирост резюме минус 4-5%, то есть, там, как говорится, отрицательный рост. Да? То есть конкуренция на рынке труда в целом сейчас достаточно имеет умеренный уровень. По России это 4 резюме на одну вакансию, по Москве это 6 резюме на одну вакансию. По данным HeadHunter, это умеренный уровень конкуренции за рабочие места и здоровое соотношение между работодателями и соискателями. Но вот конкуренция на рынке труда по нашей с вами профессиональной сфере, административный персонал, куда по классификации портала HeadHunter входит администратор, делопроизводитель, менеджер, руководитель АХО, офис-менеджер, секретарь, помощник руководителя, ассистент. Так вот, среди этой профессиональной сферы конкуренция достаточно высокая, как вы видите. Соответственно, высокая конкуренция требует постоянного повышения квалификации, наращивания актуальных навыков, которые востребованы работодателями. Об этом скажу чуть позже. Итак, а теперь про заработные платы. Согласно данным рекрутинговой компании GetExperts, это результаты исследования по состоянию на конец прошлого года. Заработные платы руководителей административного отдела, офис-менеджеров, персональных ассистентов, секретарей вы видите на экранах, но вы видите, что там достаточно большой разброс. Если говорить о начальной ставке, допустим, секретаря, то можно говорить о там, уровне 60-70 тысяч рублей. Я имею в виду без опыта. Итак, дальше. При этом на рынке труда отмечаются следующие тенденции. Во-первых, пользуются спросом позиции персональных ассистентов именно для первых лиц компании, потому что они понимают, что если они свои личные дела перенесут на кого-то, на какого-то личного помощника, то, конечно, это повысит, собственно, эффективность бизнеса. Также отмечается тренд на слияние нескольких функций в рамках одной позиции. Например, персональный ассистент может ассистировать как непосредственно руководителю, также быть ассистентом в целом команды. Или персональный ассистент генерального директора может совмещать функции руководителя административного отдела в целом. Также растет спрос на персональных ассистентов с функцией, ну, такой новой для нашего рынка, family office и знанием английского языка. Family office – это такой специалист по lifestyle, то есть выполнение личных поручений, организация расписания, досуга, даже travel-поддержка, там, билеты на концерты, образование детей и так далее, какие-то бытовые покупки и так далее.
Ну и, собственно, те самые востребованные навыки, которые встречаются в вакансиях. Знание английского языка, умение работать в режиме многозадачности, умение работать с электронными планерами, календарями, высокая организованность, естественно, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки и, как ни странно, изобретательность. Ну и, собственно, наша дипломная программа «Специалист по организационному, документационному, информационному обеспечению и управлению организацией» создана на основе всей палитры потребностей работодателей. Это уверенная работа в офисных приложениях, делопроизводство и планирование деятельности, 1С документооборот, офис-менеджер и АХО, помощник руководителя и курсы по развитию soft skills, эффективные переговоры. И я здесь хотела сделать небольшую ремарочку. Если вы приобретаете курс целиком, то есть все не курс, а дипломную программу целиком, все 10 курсов, то вы получаете на выходе диплом о профессиональной переподготовке, не свидетельство о повышении квалификации. И для примера, и, так скажем, для мотивации, я хотела вам показать интересную вакансию личного помощника, ну, с уровнем дохода, как вы видите, таким очень интересным, 400 тысяч рублей, опубликована вакансия на HeadHunter. Обязанности, как вы видите, включают тут те самые вышеназванные функции: family office, оказание административной поддержки, курирование АХО, обеспечение функционирования инженерных коммуникаций дома, ведение отчетности по затратам и тот же самый английский язык. Вот такие интересные предложения есть у нас на рынке труда. И, собственно, в заключение я хотела всех пригласить подписаться на нас в Telegram, чтобы не пропустить важные новости об учебном центре специалист. У нас есть общий Telegram-канал и Telegram-канал с вакансиями от наших партнеров. На слайде представлены QR-коды. Уважаемые слушатели, желаю вам творческих и профессиональных успехов. Напоминаю, что учебный центр «Специалист» – ваш путь к успеху. Ссылочки сейчас я направлю в чат. Спасибо большое. Светлана? Да, да, Енина, тогда, пожалуйста, передайте мне обратно. Я уже отключилась. Ага. Вот, вернулись права презентера. Значит, да, спасибо, Енина. И теперь настал тот торжественный момент, о котором мы с вами говорили. Да, я показываю промокод на данный курс. Значит, вот он, промокод DOC. Значит, он включает в себя сумму в 11 тысяч рублей, которая будет вам предложена в качестве скидки. Значит, действует это вот на указанной даты, начиная с сегодняшнего числа. Значит, действует он вот для тех, кто сейчас с нами был, да, и тот, кто поприсутствовал на нашем с вами вот этом Дне открытых дверей. Не суммируется этот промокод с другими предлагаемыми скидками центра и действует только для частных лиц. То есть для того, чтобы это получить, вам, конечно же, уже нужно связаться с самим центром «Специалист». Значит, вот еще раз показываю координаты информационные, да, email-адрес и телефон центра «Специалист». Также еще раз показываю свой служебный электронный адрес. Если вдруг какие-то вопросы будут конкретно ко мне, пожалуйста, обращайтесь. И если есть какие-то вопросы, то мы с Ениной на них с удовольствием ответим, если у вас что-то возникло сейчас. В любом случае, любую информацию можете получить после, позже и в центре «Специалист» по указанным координатам у любых менеджеров, которые вам ее предоставят с удовольствием. Да, в чате Енина предоставила еще несколько полезных ссылок, как получить запись на консультацию и бесплатный курс, да, и на другие, телеграм-канал, и на дипломную программу. То есть полезная информация, пока мы еще не отключились, вы можете эту информацию себе зафиксировать и использовать в дальнейшем для того, чтобы связаться с центром специалистов, уточнить какие-то, может быть, вопросы, которые у вас возникли.
Оксана, я думаю, промокод можно получить, обратившись в центр и уточнить. Значит, еще раз покажу, коллеги. Промокод действует вот с сегодняшнего числа до 14 числа. То есть, если принимаете решение, я так понимаю, что в этот срок, если принимаете решение присоединиться к этой программе, то думаю, что промокод будет вам предоставлен. Это уже вам расскажут менеджеры центра, когда вы свяжетесь с ними вот по этим каналам, о которых мы сказали. Еще, коллеги, какие-то вопросы? Коллеги, если нет вопросов, то мы тогда с вами встречу заканчиваем. Я с вами прощаюсь, желаю вам удачи. Может быть, мы с вами встретимся на каких-то занятиях, на курсах, на этой программе или на других, как мы уже говорили. Вариантов, как вы видите, достаточно много для того, чтобы свои навыки повышать и улучшать. Поэтому спасибо вам за внимание. Всего доброго и успехов!